Всем привет! Столкнулся с такой проблемой. Заказал iPhone X как новый, натымал в магазине Мегафон. После распаковки телефон не включался, не реагировал на зарядку, ни на жесткую перезагрузку, ни на iTunes. Я написал Мегафону, и он ответил через 2 дня, что надо сдать телефон на проверку качества. 10 октября я его сдал, 24 получил обратно. Мне отказали в ремонте, так как нашли несанкционированные модификации. В салоне связи моего города ничего внятного мне не сказали. И тогда я позвонил в поддержку Apple, где старший менеджер проверил все данные и сказал, что эти модификации нашли в главном сервисном центре Москвы, и что если они нашли их, то они точно есть. И сказал, чтобы я решал данный вопрос с магазином. Так, ну вот iPhone X, неактивированный. 26 октября я открыл спор. Причина спора не включается. Но продавец сказал то, что уточняю информацию. Я отклонил. Приложил видео с упаковки. То есть вот видно, что он не включается. Затем я приложил еще видео, где я уже потом пытаюсь его включить. Также видео, что он не реагирует на зарядку. Не реагирует на iTunes. AliExpress смешивается 31 октября. И он предлагает решение возврат 0 рублей. Я отклоняю. И тут решение добавляет продавец. На основании полученного исключения из АСЦ возврате денежных средств или обмене на аналогичное устройство отказано. Я отклоняю. Загружаю еще доказательства. Фото плохих отзывов. Но AliExpress все равно предлагает решение возврат 0 рублей. Я отклоняю. Ну вот, до сих пор открыт спор. Не знаю, чем закончится, но надеюсь на поддержку Мегафона.